Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, зайдем с тобой и заберем реварды. Так, открыть колоду, секунду. Колоду мы с тобой обязательно откроем, и нам здесь ничего не достается. Понятно. Тем не менее, забираем реварт и ищем нужные нам элементы. На кого? Конечно же, на супер Шреддера. Так, друзья мои, сегодня будет чисто аренка, потому что остальные испытания пока закрыты. Нам нужно с тобой 11 пультов. Мне казалось, что их нужно намного меньше. Ладно, один мы нашли. Второй. Третий, слушай, неплохо идет. Четвертый. Пятый. Шестой. Так, нужно еще найти. Так, шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый, еще два. Десятый и последний, одиннадцатый. Отлично. Ну что, прокачиваем тогда, да? Сердцебиение до пятого, до пятой ступени. Ну, неплохо. Так, а здесь нам нужно будет 14 ящиков с инструментами. В принципе, их тоже довольно легко набить. Давай поднимем еще уровень. Даже два. Пускай он будет у нас 70 уровня, Супер Шреддер. Отлично. Так, ну что, здесь абсолютно все забираем и бежим с тобой на арену. Так, я, подожди, зайду-ка в магазин, гляну, может быть, мы с тобой... Нет, здесь ничего купить не можем, да? За сюрикены. Так, 415 жетонов, а монет 86. Вот, 86. Ну что, берем с тобой Алапекс. Отлично. Ну что, арена... Да, друзья мои? Ну, видишь, испытание, еще два дня. Мы с тобой слишком быстро ломанулись. Хотя, знаешь, что я могу тебе посоветовать? Да и себе тоже. Попробовать здесь немножечко пофармить. А? Ох ты, Рафаэль ролевой. Слету, ребята, получаем. У меня как раз он не прокачанный. Так, 3 доллара, это фигня полная. А здесь карта Бибобима. Вот меня бесит эта карта, серьезно. Просто раздражает. 8, ну да, 8 серебряных осколков. Микеланджело ролевой. Ну есть у меня такой майки. Дайте мне кожеголового. Нет, они мне дают кружку, которая тоже мне не нужна. Вот, кожеголовый, 3 дынка. Вот это я понимаю, ребят. Ну не знаю, есть ли смысл тянуть Донателло. Ну давай попробуем. Ой, все, ребят, сыр закончился, к сожалению. А может быть, к счастью. Так, ну в любом случае, мы, считай, с тобой выудили, да? Кожеголового 3 дынка и остальных. Ну, Микеланджело не нужен, вот Донателло лучше бы мне выпал вместо майки. Так, ну а теперь я иду точно уже, ребят, на арену. Аренушка нас поджидает. Так, мы с тобой в Лиге Мастеров 1 звезда, ранг у меня 24. При всем при этом мы имеем 16 откатов. Ну что же, Игорь, давай, Игорюха. Игорь, давай, родной. Так, 74 уровень, рисковать, естественно, я не буду. И начнем, наверное, с 60 уровней. Но здесь нужна будет подстраховка в виде, я возьму, наверное, в виде Рокзара. Ну, почему именно он, ребят? Во-первых, провокация, она спасает от прямых ударов, но никак не от массовых. Ну, я тут сомневаюсь, что будет очень много массовых атак. Давай, Лео, жги. Та-дам, минус двоечка, шикарно. Теперь я беру его в провокацию. Вот об этом я тебе и говорил. Единственное, что Донателло, да, может, конечно, здесь сейчас бросить сюрики. Скорее всего, так и будет. А нет, он делает доп. Защиту. Ладно. Это бесполезная атака, но все равно что-то нужно было нам сделать. Так, теперь пулеметная дробь. От Ваньки тоже она не особо тут сильно сыграет. А вот нейтрали... Подожди, 60 уровень. Ну ладно, бомбим. Так. Ухоркаем мы, наверное, с тобой все-таки Дони. Попытаемся. Нормуль. Так, теперь, наверное, ушатаем Бибопа. И остается Леонардо. Вот этот сильный удар. Ого! Я бы даже сказал, очень сильный. Ты посмотри, что мы будем с тобой делать. Либо атаковать, либо хиляться. Я, наверное, все-таки лучше хильнусь. Потому что второго удара у него такого не будет. А вот если мы так сделаем. На тебе. Че, гранату бросить в него, что ли? Я не знаю. Ага, постепенный урон. И батаранги. Так.
Это повезло, ребята. А знаешь почему? Потому что у нас не было уже провокации, но он все равно атаковал Рокзара. А ведь мог его ушатать, вполне мог. Но, видишь, судьба благосклонная. Как говорится, бог игры нам не зашел и сказал: Рей, сегодня будет тип-топ все. И мы с тобой, естественно, не упали, а вот нет, не перейдем. Но постараться можно сегодня дойти. До топчика вряд ли, но до Лиги Мастеров 3 звезды вполне, вполне реально. Если не будем с тобой хандрить. А хандрить я подразумеваю, если мы здесь не будем с тобой расслабляться и фейлиться. Фейл такое, знаешь, дело. Никогда не знаешь, откуда он прилетит. Даже вот здесь. Ну что, Усаги, давай. Усаги, Лео, все дела. Как обычно, в своем репертуаре. Ну что я тебе скажу, шикарно. На всех висит постепеночка, то есть всем абсолютно крындец. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Муха такая счастливая, да? Думает, наверное, про себя. Хорошо, что я даже не участвовал, типа, в боях, но на халяву проскочил. Так, ну что ж, двигаемся дальше с тобой. Мы переходим в мастер 2 звездочки. Местечко у нас с тобой 90-е. И вот здесь уже будет трудненько нам подниматься дальше по рангу. Так, 24-й дадут мне? Кубок нет? 23-й это максималка, что ли? Да, не хотят давать. 23, я смотрю, 23. И опять 23. Ладно, фиг с ним. Давай возьмем с тобой тогда Серегу. Возьмем Серегу. Блин, вот если я так буду 2 отката тратить постоянно. Фиговенько. Так, ладно, возьмем вот этих двух охламонов. И, ко всему прочему, я возьму, наверное, на подстраховку, опять же, Змейковьюна. Не будем брать супер-пупер топ, но Змейковьюн 70 уровень все-таки может здесь своим ударчиком сделать, как говорится, решающий выстрел или удар. Так, ну что, Усаги крутит, мутит воду. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, что у Рокстеди должно... Ой, у Рокстеди, елки-палки. Смотрю на Рокстеди и говорю о нем. Конечно же, у Леонардо все получается, поэтому мы с тобой двигаемся дальше. По 2 отката. Сколько у нас вообще их? По-моему, 10. А, 13. Получается... Фигово получается, ребят. Или же нам придется по одному персонажу брать в откат. Или же что? Ну, если я, например, возьму Усаги, да, вместе с ним возьму Армагона, а к нему вот этих вот ребят прикреплю. Вот как думаешь, есть шанс здесь на победу? И я не знаю, поэтому давай смотреть. В принципе, Армагон бьет очень сильно. Но Усаги ты сам прекрасно знаешь, тоже бьет не кисло, при этом еще и постепеночку вешает. Так что давай посмотрим. Такую комбинацию мы с тобой еще и не испытывали. Ну и уровень, конечно, тут не запредельный. 74-й, 72-й, да? Так, Кунай бросает Карай. Ну, тут, ребята, все понятно. Кстати, ты заметь, Карайка опередила по инициативе нашего Армагона. Хотя Армагон 90 уровня, а Карайка какого? 70-го, по-моему? Или 80-го? Не, по-моему, 70-го. До 80-го я ее не прокачивал. 70 уровень она имеет, прикинь. И у нее инициатива круче, чем у Армагона. Да. Вот так вот бывает. Ну что же, до сих пор не дают мне 24 куб... Вот-вот-вот, тихо-тихо-тихо, не надо. Давай-ка, это у нас Алекс. Берем с тобой 2 отката. Или один? Нет, все-таки, наверное, 2 лучше. Перестраховка. Она никогда это не будет лишней, тем более здесь ты видишь Хан. И я могу еще позволить себе взять майки сюда. А зачем я беру майки, ребят? Чтобы сделать первым удар. А удар этот будет, естественно, идти в сторону Хана. Так, мы его немножко бомбанули. Теперь, я думаю, Усаги сделает свое дело. Именно как раз вот этого маленького кусочка не хватает нам, чтобы его добить. Нет. Ну, постепенный урон, видишь, он упал. Потому что он должен был сейчас ходить. Но мы ему не дали такой возможности, шанса. И Леонардо добивает абсолютно всех. Ну что ж, двигаемся дальше и заодно смотрим, какое мы с тобой место займем. Отсюда будем уже делать выводы. Сколько там? 10 ступенек, если мы пролетаем, то, соответственно, нам еще где-то 7 боев надо будет. А, нет, подожди, что-то я заговорился. 47, да, где-то 10-9 ступенек пролетаем, то есть 5 или 4 боя нам еще нужно в обязательном порядке сделать. Так, на этот раз я беру Вадима. Естественно, все отходит от кубков, ребята.
Тут возьмем с тобой двоечку. Вот эту вот. И раз, два. Роквелл здесь есть у него. Роквелл, кстати, тоже такой еще засранец. Особенно у него массовая атака эта бесевая. И он живучий, как ни странно. И Рафаэль. Рафаэль и Роквелл, они такие самые опасные здесь в данный момент противники. Ну, конечно, еще и кролики. Но я думаю, что кроликов мы все-таки с тобой бомбанем. Опа. Так, это хорошо, что здесь постепенный урон. И все-таки Шархан ходит следующим. Нам, грубо, повезло. А прикинь, вот такую ситуацию. Не было бы постепенного урона, и не было бы у меня Шархана, а был бы кто-нибудь вместо него 50 уровня. И мы бы с тобой сейчас полетели бы. Угу. Во свояси. Так, давай мне 36-е местечко. Оу, 31-е. Слушай, так это вообще найс. Так, 4 боя я еще могу сделать. Этого более чем достаточно. Перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Только вот кубки что-то жмут они. Они жмут кубки. Ну хорош, ну ведь было же 24, ну вот что вы. Вот, я же говорю, было. Так, это у нас Денчик. Давай, Денчик, подеремся с тобой. За счет тебя я должен немножко продвинуться. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, в принципе, этого хватит, чтобы отыграть все. Чтобы отыграть, мне главное сегодня дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Это как бы для меня сегодняшняя цель. Для моей игры сегодняшней. Так, ну что я тебе скажу, очень неплохо. Леонардо здесь, даже если не добьет, постепенно уничтожит. Хотя, что я, ребят, говорю, здесь вообще нет постепенного урона. Вот это называется я не досмотрел. Хорошо, что Шреддер у нас вот этот прокачанный именно по скиллам. За счет скиллов он, конечно же, сейчас вытянул. А мог бы и промахнуться, если бы он был бы не прокачанный. Так, ну что же, двигаемся. Какое место? 21 или какое? 12. 12, да? Значит так. Я беру Арнульфа. Арнульфа. Ну, давай. Так, двоечка. Рафаэля я пока трогать не буду. Возьму вот так. Нет, 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 нет. Слишком жирно так будет. Хотя, вот эти два кабана. 79 уровень. Нет, все-таки придется взять. 79 уровень тут уже, извини меня. Это на пределе. Ребята, это самый максимальный уровень врага, который тебе доступен в этой игре. 79 левел. При этом плюсуй скиллы, если они прокачаны до 7 ступени. Может так всыпать, что мама, как говорится, мама не поможет ему ее. Так, Зэк, давай, бросай свою бомбочку. Слушай, как ни странно, замедляшка сработала абсолютно на всех. Ну, Леонардо здесь справится, поверь. Отлично. Слушай, ну тогда мы с тобой переходим в лигу. Хотя, подожди. 12 ступенек нам нужно пролететь, да? Ну, в принципе, при хорошем раскладе мы залетим с тобой сейчас. Да. Лига Мастеров 3 звезды, 93-я позиция. А у нас с тобой еще один или два боя. По-моему, один. Так, Лео плюс Усаги. Вместе с ними пойдет Джастин и Донни. И сюда же я возьму кого-нибудь маленького. Это будет Микеланджело, да? Классика, 50 уровня. Ну, как ты понимаешь, за него очередь, в принципе, не должна дойти. Потому что здесь есть основа. Есть Усаги вместе с Лео. Ну, на поддержание штанов, может быть, даже выпустит Донателло свои сюрики. Или же Джастин. Вот интересно, кто здесь по инициативе круче? Джастин или Донни? Сейчас проверим. Ага, проверил. Постепеночка, конечно же, уничтожила. А мне бы хотелось бы узнать. У них же одинаковый уровень, да, был? 80-й. Хотя нет. У Донни 90-й левел. Или 80-й. Что-то я забыл уже. Ладно, все равно еще когда-нибудь мы столкнемся с такой ситуацией. Значит, возьму-ка я здесь Серегу. Так, 17-24. Но тут уже придется добирать абсолютно всех. Бакстера, естественно, Рафаэля и Бибопа. И причем мы с тобой потратили просто в ноль все наши откаты. Ну, 10 откатов стоит $150. У меня есть $150. Я могу в любой момент купить. Но не сегодня. Да и незачем. Потому что еще только среда. Завтра будет четверг. Ребята, четверг, пятницу от меня видосиков не ожидайте. Потому что
начинаются 2 рабочих дня. Ты сам прекрасно знаешь, что в этот момент я, если даже каким-то чудом сниму один видосик, но это и то благодаря тому, что есть время. А так 2 дня ничего не будет. Можешь смотреть, идти на второй канал, смотреть видосики. Можешь смотреть здесь прежние. А уже через 2 дня на коротком входном мы с тобой встретимся и продолжим. Так, ну что, друзья мои, вот и все. Аренду я сегодня прошел. Больше мне здесь делать-то и нечего. 335 бакинских. Я купил себе, ну, ты, наверное, уже успел заметить, да? Откаты, точнее, телепорты. 100 штучек я взял за 500 долларов. Слушай, сколько же у меня уже накопилось этих дублей, а? Ты посмотри. Здесь 10. Так, подожди. Опа, не понял. Вау. Мы Бакстеру Стокману можем прокачать с тобой до 7 ступени. Дочь судьбы. Но я не хочу этого делать. Знаешь почему? Потому что это не массовая атака. Мне нужно либо у Леонардо прокачать навык. Вот этот вот. А ты сам посмотри, сколько нам еще тут нужно. Ё-моё. Либо от Усаги нужно мне прокачать навык. То есть, что у Усаги, да, и у Леонардо, у них практически одинаково. Кстати, вот здесь вот, смотри, тоже можно прокачать. Блин, заманчиво, но я все-таки стерплю. Я потерплю, ребята, и накоплю эти гербы и прокачаем. Либо у Леонардо, либо у Усаги. И тогда все будет топчик. Он будет наносить офигенный урон. Видишь, 75% вызвать отложенный урон, но я его называю постепенным, в течение 2 ходов. Это круто. А на 7 ступени, наверное, все-таки будет вероятность 80%. Это еще круче. Ну, а так, по-моему, все, друзья мои. Делать нам с тобой пока больше нечего. Коротенькая серия получилась. Но я говорю, потому что завтра на работу. Я хотел сегодня как бы подчистить хвосты, да, вот эти вот. Отыграть по полной программе. Потому что завтра целый день меня не будет. Ну и послезавтра тоже. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.